первый матч был завершен. С какими эмоциями он для вас прошел? Ну, не совсем планировали начать так первую игру. Немножко где-то в первом периоде вышли не готовы, но благо во втором реабилитировались, сравняли и в конце чуть-чуть теперь упустили и пропустили гол. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Данил, а почему оказались не готовыми в первом периоде? Что помешало? Ну, уж нервозность небольшая присутствовала. Первый матч все равно, это как обычно, немножечко есть мандраж. И думаю, в этом может быть дело. Может быть, как-то домашние трибуны поддавливали тоже, вот этот фактор сказался? Да нет, они подгоняли, наоборот, были слишком много положительных эмоций, из-за этого, может, чуть перехлёстывало. На вас давил фактор прошлого года. Многие люди сейчас опять будут сравнивать эту серию, серия против «Адмирала». Ну, прошлый год был прошлый год, сейчас у нас новый лист, так сказать. И да, мы помним прошлую серию с «Адмиралом», конечно, сделаем все, чтобы такого не повторилось. Простой вопрос. Что надо менять? Да, играть так, как мы играли весь сезон, играть шайбой, не отбрасываться ее, бороться за нее постоянно и, самое главное, выкладываться на 100%. Коллеги, еще два вопроса. Да, можете свой гол, в принципе, вспомнить? Сразу ли поняли, что забили, или вот когда поняли, что там... Да нет, я просто звук штанги услышал, Кристалин, и подумал, может, в нее попало, но и плюс она еще улетела куда-то, поэтому по звуку подумал, что не забил. Еще про настрой в плей-офф. Вообще по лицам игроков чувствуется, что прям именно настрой другой. Сами это чувствуете по себе, как внешне это отражается? Ну, конечно, это совсем другой хоккей. Тут каждая игра важна. И серия до 4 побед, и поэтому есть еще время все выровнять. И всякие ситуации разные бывают. Главное не пускать руки.